Этот паук – игрушка, и она создана исключительно для того, чтобы вызвать определенную эмоцию. Ну, в данном случае, скорее, напугать или удивить. Герой нашей рубрики, встретив паука на улице, тоже был очень удивлен, причем так, что решил снять видеодоказательства. Эта съемка сделана в одном из районов Иркутска. Качество записи, конечно, страдает, но ведь это совсем не важно. Главное, авторам видео удалось запечатлеть самого Человека-паука. Возможно, в этот момент он как раз спешил кому-то на помощь. И, судя по всему, для этого ему пришлось позаимствовать велосипед. Транспортное средство мало для супергероя, но разве могут такие мелочи остановить борца за добро? Если вы стали свидетелем подобного, звоните в рубрику «Народный корреспондент». Она для наблюдательных и неравнодушных к происходящему вокруг.